Отец, мы прославляем и благодарим Тебя сегодня за Слово Божье. Мы благодарим Тебя, Отец, за Слово Божье, которое учит нас, показывает нам и открывает нам, кто ты, какой ты и где ты. Мы просто воздаем Тебе хвалу и благодарение за это сегодня. Отец, мы молимся за царей и за людей, стоящих у власти. Мы молимся за тех, кто стоит у власти по всему миру за все правительства и за все уровни власти, от самого высшего до самого низшего. Мы молимся о мире тела Христова. Мы молимся о мире Иерусалима сегодня. Мы приходим перед Словом Божьим с ожиданием. Мы ожидаем, что откровение будет течь через наш дух и через наш разум, и будет наполнять наши тела Твоим присутствием и Твоей славой. И мы очень скоро на то, чтобы воздавать тебе всю хвалу и всю честь за каждое сказанное слово и за каждое совершенное дело. И мы принимаем сегодня Твое помазание, точно доносить Твое слово и Твое помазание, чтобы люди точно слышали Твое слово. И мы воздаем тебе хвалу и честь во имя Иисуса. Аминь. Если вы согласны с этим, скажите аминь. Аллилуйя. Повернитесь и улыбнитесь так широко, как вы только можете. И скажите кому-то, что вы любите их, Господи. Обнимите кого-то, и затем вы можете садиться. Аллилуйя. Когда я готовился к сегодняшнему служению, Господь снова сказал мне то же самое. Поэтому я поделюсь этим с вами. Вера никогда, никогда не изменяется. Вера всегда та же самая. Пути того, как Бог что-то делает, никогда-никогда не изменяются. Я увидел несколько лет назад, оглядываясь назад и смотря на то, как Господь вел себя по отношению ко мне. До меня наконец дошло через несколько лет, что Он никогда не собирался изменяться в том, как Он ведет себя по отношению ко мне. Если кому-то и придется что-то изменить, так это мне. Это мне придется прийти в соответствии с его моделью поведения по отношению ко мне. И он будет вести себя по отношению к вам определенными путями. И вам нужно понять, что это за пути. Один из путей того, как вы можете узнать, как Бог ведет себя по отношению к вам, подумайте обо всех тех случаях, когда вы совершали ошибки. И вы знали это. Вы понимали, что Бог сказал вам сделать одно, а вы сделали другое. Он сказал вам, что что-то грядет, и вы думали, что это произойдет через неделю, а в итоге прошел год. И затем, когда это все-таки произошло, вы огорчились, поскольку вы посчитали, что это произошло слишком поздно или слишком рано. Нет, все было вовремя. Это как свадьба и ребенок. Это не ребенок родился, не вовремя. А возможно, состояла свадьба. А ребенок родился вовремя. Аминь, скажу вам, когда вы оглядываетесь назад и вы смотрите на те ошибки, которые вы совершили, Бог не совершал никаких ошибок. Мы их совершили. И когда вы возвращаетесь назад и анализируете их, затем приготовьтесь к этому, потому что каждый раз, когда Бог имеет с вами дело, он будет вести себя по отношению к вам точно так же. Хвала Господу. И узнайте, как он ведет себя по отношению к вам. Божьи пути никогда не изменяются. Как вы можете усовершенствовать совершенное? Никак. Он совершенный, его пути совершенны. Хвала Господу. И если несколько упростить пути Божьи и Слово Божьего, мы видим следующее о путях Божьих. Во-первых, Сначала идет Слово Божье или обетование. Именно так Бог все и делает. Он дает обетование. Затем это обетование приносит веру. Для того, чтобы вы могли поверить этому обетованию. Вы это поняли? Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Именно так приходит вера. Когда я был еще мальчиком, мама постоянно водила нас в церковь. Я начал считать, и я знаю, что это все из-за того, что я постоянно слышал, но у меня просто сложилось такое представление. И затем, когда я стал старше и уже обратился к Господу, я слышал, как люди на самом деле это говорили, что вера приходит через травмирующие переживания или через сильное давление через многие жизненные бури и тому подобное. Это не может быть правдой. Это не может быть правдой потому, что каждый, когда-либо рожденный на этой земле, сталкивался с жизненными бурями. Никто не огражден от этого. Во всем мире нет достаточно денег, чтобы оградить вас от искушения чтобы оградить вас от восстающих против вас жизненных бурь. Сколько бы у вас ни было денег, или наоборот, какими бы вы ни были нищими, это не станет гарантией того, что жизненные бури никогда не будут на вас обрушиваться. Никто не огражден от этого. Поэтому если бы именно жизненные бури приносили веру, все бы на Земле были гигантами веры. А вот именно то, что вы делаете во время жизненных бурь. И определяет, разрушают вас они, или же вы становитесь победителем. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И именно так приходит вера. Скажите это. Вера приходит. Скажите это еще раз. Скажите это третий раз. Нет такого понятия, как вера, которая не приходит. Вера приходит. Нет такого понятия, как вера, которая не работает. Позвольте мне сказать это так. Ничто никогда, никогда не побеждало Слово Божье. Никогда. Ничто никогда не побеждало Слово Божье. Фактически, пока мы говорим об этом, Здесь есть некоторые вещи, которые вам просто нужно утвердить. Утвердить их раз и навсегда. Здесь есть определенные вещи, которые вам нужно утвердить раз и навсегда, чтобы вы даже в своем мышлении больше к этому не возвращались. Это окончательно. Хорошо? И это одна из этих вещей. Утвердите ее раз и навсегда. Ну, я стоял на Слове Божьем, брат Копланд, и оно меня подвело. Нет, оно не подвело. Я не знаю, на чем вы стояли. Но ничто никогда не побеждало Слово Божье. Ничто никогда не победит Слово Божье. Бывали времена, когда я считал, что я стоял на Слове Божьем. Кто-то подошел однажды к Глории и сказал, я сделал все, что я знаю. Глория ответила, достаточно очевидно, что вы знаете недостаточно. Я подумал, да, она снова это сделала. Я имею в виду, что если вы не хотите услышать голую правду, не говорите Глории ничего об этом. Потому что вы узнаете, что на самом деле происходит. Она не оставляет никакого места для каких-либо споров в том, что касается Слова Божьего и веры. Итак, ничто никогда не побеждало Слово Божье. И нет такого понятия, как вера, которая не работает. И вот это очень важно. Послушайте сейчас это очень внимательно. Нет такого, чтобы Бог удерживал свое слово, свое имя, свою кровь или свою веру от какого-то человека. Если у вас было искушение сказать, да, но Бог дал вам много веры, а мне много не дал, нет, 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 избавьтесь от этого. Вы вините Бога в чем-то, в чем Он не виноват. И вы никогда не можете быть успешными, думая таким образом, в какой-либо сфере жизни, особенно когда дело касается вещей Божьих. Вера работает, когда она приведена в действие. Что касается веры, проблема в жизни большинства людей в действительности не в том, чтобы привести ее в действие, как только они узнают, как она работает, это не проблема. Проблема приходит тогда, когда они отзывают свою веру из-за того, что они ничего не почувствовали. Когда вы отзываете свою веру, тогда она просто останавливается там, где она была. Она не потерпела поражения, она была отозвана. Вы меня слушаете? И следующее абсолютное понятие. Нет такого понятия, как деформированный дух. Ваше физическое тело и гены, которые составляют ваше физическое тело и все остальное, являются плодом не только ваших мам и с папой, это плод вашей семейной жизни, которая тянется, вы понимаете, это комбинация всего того, что произошло на протяжении столетий, в разных членах семьи и так далее. И в итоге произвело ваше физическое тело. Мы с вами являемся плодом. Наши тела являются плодом несовершенства. Поэтому эти дефекты проявляются. Но когда вы сделали Иисуса Христа из Назарета Господом вашей жизни, Библия учит, Иисус сам сказал, вы должны родиться свыше. И апостол Петр, объясняя это, говоря о вашем духе, говорит, что мы рождаемся свыше или возрождаемся. Апостол Павел назвал это... Воссозданием вашего духа, созданы во Христе Иисусе. Любой, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. И все от Бога. Он определенно говорил не о вашем теле. Ваше тело не прошло. Но я говорю о возрожденном человеческом духе. Апостол Петр сказал, мы рождены свыше не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век. Слово Божье говорит, что то семя, благодаря которому ваш дух возродился – когда вы сделали Иисуса Христа из Назарета Господом в вашей жизни, произошло возрождение, воссоздание вашего человеческого духа. Вы являетесь духом. У вас есть душа, состоящая из вашего разума, вашей воли и ваших эмоций. И вы живете в физическом теле. Поймите это. Когда ваш дух отделяется от вашего тела, ваше тело умирает. Но ваш дух не умирает. Ваш дух может жить без вашего тела, но ваше тело не может жить без вашего духа. Когда ваше физическое тело умирает, это то, как мы всегда на это смотрели, поскольку мы смотрим на это со стороны смерти. Мы говорили, когда ваше тело умирает, ваш дух покидает его. Оно не обязательно так. Когда ваш дух покидает тело, ваше тело умирает. Ваше тело может быть как-то травмировано, что вытеснит из него ваш дух, поскольку оно станет больше непригодным для жизни. Но тело умерло тогда, когда его покинул дух. Вы следите за ходом моей мысли. Ваша душа. Ваша воля, разум и эмоции. Ваша душа живет в вашем духе. Ваш дух и ваша душа. Именно там находится ваш разум. Ваш мозг является частью вашего физического тела. И ваш мозг это инструмент, который использует ваш разум, чтобы контактировать с вашим телом и этим физическим миром. У кого-то мозг может стать больным. И говорят, что он сошел с ума, лишился разума. В действительности, он не лишился разума. Его мозг не функционирует должным образом. Поскольку понимаете, что-то может быть не так с вашим мозгом, точно так же, как что-то может быть не так с вашим желудком или с вашей рукой или еще с чем-то. Я хотел, чтобы вы увидели это, потому что я хотел, чтобы вы поняли следующее. Когда вы сделали Иисуса из Назарета Господом в вашей жизни, и Библия говорит об этом как о рождении, и использует аналогию с рождением ребенка, она говорит, возлюбите чистое молоко Слова Божьего, дабы от него вам возрасти, говоря о духовном младенчестве. Однако разница между духовным ростом и физическим ростом в том, что к духовному росту элемент времени не имеет никакого отношения. В действительности... Время не играет в нем такой роли, какую оно играет в физическом росте. Потому что я видел некоторых людей, которым было 35-40 лет, которые так никогда и не возросли. Их тело выросло большим, но они так никогда и не возросли. И я также видел некоторых детей, которые рано возросли. Они были куда более взрослыми в 13-14 лет, нежели некоторые люди, которых я знал в 50. Поэтому с естественной точки зрения, время – это элемент роста в естественном мире, но не в духовном. Рост приходит от Слова Божьего. Хорошо. Итак, сделав этот шаг, давайте сделаем следующее. В вашем духе есть вера Божья, в нем есть любовь Божья, в нем есть праведность Божья, в нем есть сила Божья. И когда вы пригласили Духа Святого войти и жить в вас, теперь внутри вас есть вся способность Божья. Вы следите за ходом моей мысли, поэтому убедитесь в том, что вы никогда, никогда не позволяете себе даже заигрывать с мыслью о том, что у других людей есть что-то, чего у вас нет от Бога. Нет, 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 нет. И я скажу следующее. Некоторым из вас, возможно, будет сложно это проглотить. Это нормально. Иногда нужно накормить кого-то твердой пищей. Ни у кого. Послушайте, ни у кого, включая Иисуса, в том числе у Иисуса, ни у кого нет больше от Бога или меньше от Бога, чем у кого-либо другого. Иисус в своей молитве в 17 главе Евангелия от Иоанна сказал, Покажи им, Отец, что ты любишь их так же сильно, как и меня. Как сказал Джесси Дюплантис, если бы это не были слова Иисуса, я бы этому не поверил. Как я могу этому поверить? Как я мог читать что-то, что говорит, «Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса». Если бы Иисус этого не сказал, я бы подумал, что-то здесь не так. Я имею в виду, как такое возможно? Я могу вам сказать, как такое возможно. Это потому, что все, что мы имеем от Бога, Приходит через Иисуса. Он наше положение перед Ним, благодарение Богу. Бог почитает кровь Иисуса, Бог почитает имя Иисуса, потому что Он почитает Слово Божье. И когда вы принимаете это решение, вы становитесь твердыми в отношении этого факта, тогда ни один бес на земле, включая религиозных бесов, не сможет удержать вас от присутствия Божьего, удержать вас от успеха Божьего и удержать вас от самой жизни Божьей, или помешать жизни Божьей течь из вас. Единственное, что когда-либо заставляло кого-либо отступить от Бога, и сказать, о, нет, о, нет, о, нет. Я знаю, возможно, это для других, но я такой недостойный. Я знаю, что есть целые религиозные системы и представления, которые увековечивают это и учат этому. И нет ничего более далекого от истины. Если бы это было правдой, тогда кровь Иисуса не сделала того, что она должна была сделать. Вернитесь назад настолько, насколько это только возможно. Вернитесь к Эдемскому саду. С этого мы начинаем, верно? Хорошо. Позвольте спросить у вас следующее. Грех вошел в мир. И с грехом смерть, верно? Разве не этому учит нас Библия? Что Адам был источником этого. Не его жена. Слово Божье говорит, что она была обманута. Но Адам не был обманут. Это была его ответственность. Он тот, кто допустил это. И это произошло тогда, когда он сделал сатану своим Господом, не так ли? Сатана стал духовным главой Адама. И тогда я хочу у вас кое-что спросить. И вы ответьте на это в своем сердце и разуме. Неужели то, что произошло в Адаме, сильнее и долговечнее того, что произошло в Иисусе на Голгофе. Или же то, что произошло на Голгофе, то, что Бог совершил в Иисусе. Позвольте мне сформулировать это так. Разве то, что Бог совершил в Иисусе, не сильнее того, что сатана совершил в Адаме. И вам придется разобраться с этим. И если то, что сатана совершил в Адаме, сильнее того, что Бог совершил в Иисусе, тогда, возможно, вы не являетесь праведностью Божией, даже несмотря на то, что вы сделали Иисуса Господом в вашей жизни. Может, Бог не смотрит на вас с благоволением, несмотря на то, что вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни? Это делает смерть Иисуса убийством, а не жертвой. И то, что я сегодня делаю, я просто размышляю с вами сегодня вслух. Это те вещи, которые приходят от размышления в Слове Божьем. Вам нужно проводить какое-то время, думая об этих вещах. Размышляйте над ними, промаливайте их, промаливайте их до их завершения. И затем возвращайтесь к Голговскому кресту, где вы сделали Иисуса Христа из Назарета Господом в вашей жизни, и разбирайтесь с определенными вещами, не на основании своего религиозного происхождения или не на основании своих чувств, но строго на основании того, что сказал об этом Бог, и принимайте это, стойте в этом независимо от того, что вы на этот счет чувствуете. Потому что это духовные факты, они являются истины, они вечны. Понимаете? У вас есть столько же веры, сколько и у любого другого. Брат Хейген рассказывал эту историю публично, и он неоднократно упоминал о ней в нашем с Глорией присутствии. Он видел видение Иисуса. Иисус стоял перед ним. И брат Хейген сказал, что он был настолько ошеломлен. Брат Хейген посмотрел ему в глаза. И он сказал, что когда он посмотрел ему в глаза, он просто пал к его ногам, опустив свои руки на его ноги, и он сказал: «Никто настолько недостойный, как я, не имеет никакого права стоять в твоем присутствии». И благость Божья, и изумительность Божья, и тот факт, что мы привыкли к греху и смерти намного больше, чем к святости Божьей, и когда вы попадаете в святое присутствие Божье, именно так вы и начинаете себя чувствовать. Но помните, мы не основываем это на том, как мы себя чувствуем. Вы меня слушаете. И брат Хейген сказал, что Господь Иисус сделал шаг назад и сказал, встань и стой прямо. Он встал. Иисус сказал, нет, ты достойный. Моя кровь сделала тебя достойным стоять в присутствии Божьем. Поэтому понимаете? Мы должны начать вкладывать нашу веру в Слово Божье, в кровь Божью и в имя Божье, а не в то, что нас окружает, в наше происхождение, представление и все остальное, что с годами заставило нас думать так, как мы думаем. И мы должны выйти на такой уровень, когда вы верите тому, что сказал о вас Бог, даже больше, чем тому, что вы чувствуете. Это хождение веры. Ну как я могу это сделать, брат Коплан? Что ж, мы вернулись к тому, с чего начали. Вера, которая у вас есть, пришла от Бога. И этой веры достаточно, чтобы верить в это. Именно так приходит вера. Он дал вам обетование, затем он дал вам веру, чтобы с ее помощью верить ему. И вера приходит от слышания этого обетования. Аллилуйя. Вы можете сказать аминь? Отец, мы прославляем и благодарим Тебя сегодня за Слово Божье. Мы благодарим Тебя, Отец, за Слово Божье, которое учит нас, показывает нам и открывает нам, кто ты, какой ты и где ты. Мы просто воздаем Тебе хвалу и благодарение за это сегодня. Отец, мы молимся за царей и за людей, стоящих у власти. Мы молимся за тех, кто стоит у власти по всему миру. За все правительства и за все уровни власти, от самого высшего до самого низшего. Мы молимся о мире тела Христова. Мы молимся о мире Иерусалима сегодня. Мы приходим перед Словом Божьим с ожиданием. Мы ожидаем, что откровение будет течь через наш дух и через наш разум и будет наполнять наши тела Твоим присутствием и Твоей славой. Мы очень скоро на то, чтобы воздавать Тебе всю хвалу и всю честь за каждое сказанное слово и за каждое совершенное дело. И мы принимаем сегодня Твое помазание, точно доносить Твое слово и Твое помазание, чтобы люди точно слышали Твое слово. И мы воздаем Тебе хвалу и честь во имя Иисуса. Аминь. Если вы согласны с этим, скажите «Аминь». Аллилуйя. Повернитесь и улыбнитесь так широко, как вы только можете. И скажите кому-то, что вы любите их в Господе. Обнимите кого-то, и затем вы можете садиться. Аллилуйя. Давайте откроем наши Библии на книге притчи. Это Божий путь. Сначала приходит Слово Божье или обетование. Затем вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Затем происходит подключение к помазанию. Так что бремена сняты и ирма уничтожена. И можно сказать следующее. Нет Слова Божьего, нет веры. Нет веры, нет помазания. Нет помазания, значит бремена и ирмо не уничтожены. Они остаются. Нет веры, нет помазания. Но, если вы познаете веру, вы познаете помазание. Почему? Потому что через веру вы познаете помазанного. И нельзя знать помазанного, не зная его помазания. Я имею в виду, что именно здесь и происходит соединение. Притча, 16 глава. И когда мы будем это читать, помните, что в 6 стихе 11 главы послания к евреям говорится, «А без веры Невозможно. Скажите, невозможно. А без веры угодить Богу невозможно. Седьмой стих, притча 16.7. «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним». Когда Господу угодны пути человека, 25 стих, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их ⁇ путь к смерти. Есть пути, которые кажутся прямыми, правильными. Если вы не обновляете свой разум в отношении Слова Божьего, есть пути, которые кажутся прямыми, правильными. И у нас уже растет третье поколение. Я говорю о Соединенных Штатах. И в действительности весь остальной мир не сильно отстал. У нас растет третье поколение бесчестных людей. Почему? Потому что не учат чести, не учат чести в школе. Так что когда вы что-то говорите, и у нас растет уже третье поколение, растут дети, родителей которых никогда не учили чести. И их дедушек с бабушками тоже никогда не учили чести. И этому не особо много учат церкви. Поэтому есть целая группа людей, которые понятия не имеют, что такое честь. И вы спросите, ну а, что такое честь? Честь ⁇ это просто когда вы делаете то, что является правильным. Да. Но у них нет определения, что является правильным. Что является правильным для этого поколения что является правильным для меня. Была одна женщина. Она работала секретарем в одном служении. Она была секретарем и бухгалтером служения. И она перевела более тысячи долларов со счета того служения на свой личный счет. И использовал их для очередной выплаты по кредиту за свой дом. Прошло буквально несколько дней, и кто-то об этом узнал. И то служение, в котором она работала, глава этого служения является моим очень близким другом. Он разговаривал со мной об этом. Мы с ним почти одного возраста. Мы были по-разному научены нашими родителями. И то, как мы были воспитаны. Здесь сидят сестры моего отца. А там сидят сестры моей мамы. У меня здесь есть хорошие свидетели того факта, что оба моих деда снесли бы вам голову за вранье. Если вы взяли у кого-то что-то взаймы, у друга или кого-то еще, если, например, в машине закончился бензин, залейте полный бак, прежде чем вернуть ее обратно. Неважно, что вы сделали или чего вы Вычистите ее так, чтобы она выглядела лучше, чем тогда, когда вы ее взяли. Если с ней было что-то не так, почините эту машину. Ну, не я это сломал. Это не имеет к этому никакого отношения. Если у вас не хватает ума это сделать, это хорошее слово, если у вас не хватает ума и чести это сделать, тогда не берите машину этого человека. Заправьте ее. Вычистите ее, покрасьте ее, что бы вам не потребовалось сделать, прежде чем вернуть ее обратно. Если я приезжал домой на машине моего отца, не сделав всего этого, скажу вам, у меня были проблемы, когда он ее видел. Он выводил меня на улицу и говорил, ты считаешь это правильно? Кеннет, если ты дал кому-то попользоваться чем-то, что принадлежит тебе, ты бы хотел, чтобы они вернули тебе это с пустым баком, заляпанным грязью, испачканным и непонятно в каком виде. Да, но не я это сделал. Это не имеет к этому никакого отношения. Ты последний, кто на ней ездил. Ты ответственный. Понимаете? Честь ⁇ это ответственность сверх вас. Если бы Адам действовал в ответственности и чести, он бы вмешался в то, что было связано с грехом его жены и тем обманом, под который она подпала, взяв ответственность за это, и в действительности его ответственность должна была быть перед Богом. Если бы он предстал перед Божьим лицом и взял на себя ее часть, вместо того, чтобы обвинять Бога в том, что он ее ему дал, Я нигде так и не прочитал о том, чтобы Адам когда-либо взял ответственность за все это. Я уверен, что он ее взял, но уж определенно не тогда, пока был здесь. Он сказал, «Это женщина, которую ты у меня все шло нормально до тех пор, пока ты мне ее не дал. Было бесчестно так делать. Понимаете? Честь. Есть пути, которые могут казаться кому-то правильными, когда они думают только о самих себе. Но хотя они и кажутся правильными, такое мышление приведет вас к плотскому образу жизни, который сократит вашу жизнь, сократит ваши финансы, поразит вашу семью. Он породит проблемы, которые никогда не уходят. Это одно из того, чему вам нужно научиться о жизни верой. Начнем с того, почему Бог хочет, чтобы вы жили верой. То, что случается с вами в жизни немощи, болезни, сомнения, неверие, нищета или ее элементы, все, что приходит в это тело от закона греха и смерти, что-либо из этого, с чем вы сталкиваетесь и от чего вы избавляетесь естественным образом, оно возвращается. Вы не остановили это. Вы просто получили облегчение от этого. Только когда вы, наконец, узнаете пути Божьи, ходите верой в этом и берете власть над этим, вот тогда вы уничтожаете это. Именно это Бог и хотел, чтобы вы с самого начала и делали. Он не хотел, чтобы вы снова и снова просто мирились с какими-то вещами. И мы чуть позже еще к этому вернемся. Но я хотел, чтобы вы увидели, что те пути, которые кажутся человеку прямыми, правильными, всегда прямо противоположны путям веры. Если вы хотите узнать, что делает Бог, Узнайте, что делает этот мир, как они мыслят, разверните это с точностью на 180 градусов, и тогда вы будете достаточно неплохо знать, что об этом думает Бог. Понимаете? Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, правильными, но они будут вести вас к разрушению. Есть путь, который Бог считает правильным. И это путь веры. И путь веры всегда кажется таким трудным. Вы хотите сказать, что мне снова придется верить Богу? Брат Копланд, знаете, вы, Джерри Савейл, Крефла Доллар, Джесси Дюк Плентис, Чарльз Кэпс, вы все всегда говорите о необходимости следить за тем, что мы говорим. Вы имеете в виду, мы снова должны следить за своими словами? Бог никогда не изменялся и никогда не изменится. Слова, которые были опасными 30 лет назад, сегодня являются еще более опасными. Знаете почему? Потому что вы знаете, что к чему. Действия веры никогда не изменяются. Давайте прочитаем несколько мест Писания. И на следующем собрании мы продолжим говорить об этом. Давайте обратимся к небольшой книге пророка Авакума. Книга Авакума, вторая глава, четвертый стих. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Вы можете сказать это так. А народ Божий будет жить верой. Там не говорится, Праведный избежит чего-то верой. Там говорится, нет. Там говорится, праведный будет жить ею. Вы живете ею. Вы живете верой. Теперь давайте обратимся к посланию к Римлянам в Новом Завете. Римлянам. Первая глава. Седьмой стих. Всем, находящимся в Риме, возлюбленным Божьим призванным святым. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И каждый раз, читая это, давайте переводить это. Господа Иисуса Помазанного. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Помазанного за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу Духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас. Заметьте, он сказал здесь, «Ваша вера возвещается во всем мире». Возвещается. Итак, праведный будет жить верой. И очевидно, эти люди делали что-то большее, нежели просто жили. А затем, когда приходила проблема, Делали все возможное, чтобы использовать немного веры для того, чтобы выбраться из этой проблемы. Нет, это было в те дни, когда нелегко было услышать о ком-то, кто находился очень далеко. Об этом, конечно же, не говорилось на телевидении. Или по радио. Не так ли? Но о том факте, что они жили верой, были наслышаны, и о нем говорили по всему миру. Это что-то выдающееся, не так ли? И апостол Павел продолжает дальше говорить. И говоря о их вере, тот факт, что праведной верой жив будет, давайте обратимся к посланию к Галатам. Галатам 3.11. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет. Праведный будет жить верой. Это образ жизни. Давайте откроем десятую главу послания к евреям. Евреям 10 глава. 38 стих. Праведный верой жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Праведный будет жить верой. Добавьте к этому первое послание к Коринфянам 13.13. 13. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда и любовь. Итак, вера, надежда и любовь пребывают. Они являются живыми духовными силами. Возьмите, праведной веры жив будет, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, где Бог продолжает провозглашать. Праведной верой жив будет. Вера приходит от Бога. Вера является небесным осуществлением. Вера приходит от Бога, которая никогда не изменяется. Вера приходит с небес, которая никогда не изменяется. И вера приходит от Слова Божьего, которое никогда не изменяется. И у нас есть приказ и требование от Бога, которое звучит ⁇ Праведный будет жить верой. Живите ей. То есть большое, маленькое, промежуточное, все оно имеет отношение к вере. И вера имеет отношение ко всему. Ну, брат Копланд, вы хотите сказать, что мы с Евой должны пожениться верой? Хорошо. Две вещи вы должны всегда делать верой. Одна из них это вступать в брак, а вторая идти к врачу. Никогда не идите к врачу без веры. Однажды я пошел к одному зубному врачу еще до того, как пришел к Господу, который разрушил мои зубы. Из-за этого я потерял несколько зубов. Он был либо глуп, либо пьян в тот день, когда я у него был. Он изготовил золотую зубную пломбу, которая должна была встать между моими двумя зубами и заполнить эту полость она никак туда не вставлялась. И тогда он взял этот маленький пробойник и молоточек и попытался загнать ее туда. Я имею в виду, он просто выбивал мне мозги этим молоточком. В конце концов я схватил его за руку и сказал, эй, еще один раз вы ударите меня этим молоточком, вы у меня получите. Я говорил совершенно серьезно. Понимаете, если бы я помолился об этом, верил Богу и провел какое-то время в молитве, Бог бы сказал мне, не иди туда, глупец. Аминь. Не делай этого. Один врач как-то раз выписал Глории одно лекарство и сказал, вам придется принимать его всю оставшуюся жизнь. Мы решили, что это звучало как-то неправильно. И мы помолились и попросили у Бога мудрости. И одна наша знакомая прочитала об этом лекарстве в одном медицинском журнале, где подробно описывалось это лекарство, и там говорилось, что одним из побочных эффектов был летальный исход. Так что мы пропустили это благословение. Я вам гарантирую. Понимаете, люди, которые не знают, как жить и ходить верой, первое, что они говорят, ⁇ О, что я буду делать? От этого нет лекарства ⁇ Понимаете, если вы живете и ходите верой, вам даже в голову такое не приходит. Что вы имеете в виду, нет лекарства ⁇ Наверное, смерть будет лекарством, не так ли? Но в тот момент нас интересовало не оно. Поэтому, когда вы учитесь жить верой, Слово Божье говорит, все возможно Богу. Но та же самая Библия говорит все возможно верующему. Понимаете? Нет такого понятия, как невозможность. Мы делаем то, что возможно. Мы встаем на Слово Божье, и когда мы встаем на Слово Божье, тогда Бог делает невозможное. И слава Богу, Глория полностью и совершенно исцелена и здорова от того, что должно было сдерживать то лекарство. Она приняла его всего один раз в своей жизни. И тот врач сказал, вам придется принимать его каждый день до конца жизни, поскольку от этого нет исцеления. Нет лекарства. Это неизлечимо. И она исцелилась от этого меньше, чем за 30 дней. И с ней никогда больше этого не случалось. Это было много лет назад. Понимаете? Ну, я не знаю, как это делать, брат Копланд. Что ж, очень хорошо, что вы здесь. И все то, о чем мы сегодня говорили, особенно Слово Божье, которое говорит, «Праведный верой жив будет» переносит изучение и проповедь о вере из категории какой-то фантазии в категорию чего-то вечного перед Богом. И вы никогда не перестаете изучать веру. То, что имеет отношение и влияет на человеческую жизнь, нужно постоянно изучать и возвращаться к этому. Постоянно изучать и возвращаться к этому. Я пилотирую самолеты вот уже почти 40 лет. И как-то сестра Хейгин спросила у Глории где-то год назад. Глория поехала на одну из конференций, и меня там не было. И она спросила, где Канет? Глория ответила, он в летной школе. Та сказала, «Боже мой, разве он до сих пор не научился управлять самолетом?» Я возвращаюсь в летную школу три раза в год, изучая тот же самый самолет, выполняя те же самые маневры. И ответ на ее вопрос – нет. Я еще больше узнал об этом. Но даже птица не знает всего, что можно знать о том, как летать. Я видел некоторых птиц, делающих глупые ошибки. Как-то раз днем мы сидели за домом. И в том маленьком старом доме, в котором мы тогда жили, в нашей спальне там было окно в этом углу. И окно в том углу. И когда жалюзи были подняты, можно было смотреть насквозь. И к этому углу подлетела большая голубая сойка. Она решила, что это будет кратчайший путь. Там ничего не было, за исключением стекла. Бам! Она ударилась в это стекло и ее отбросила на землю. Это глупо. Даже у меня больше здравого смысла. Нужно постоянно возвращаться к изучению того, что имеет отношение к жизни и смерти. Последний раз, когда я был на летных курсах, проходя подготовку на том же самом самолете, и они разговаривают с вами так, как будто вы никогда его раньше не видели. Но последний раз я узнал об этом самолете некоторые вещи, которые вы бы посчитали, я уже должен был знать, уже столько времени управляя им и проведя в нем столько часов, изучая его, возвращаясь периодически на летные курсы. Мы коснулись некоторых вещей, о которых я никогда не слышал касательно этого самолета. И фактически, чем больше вы знаете, тем больше вы узнаете. И чем больше вы узнаете, тем больше вы понимаете, как многого вы еще не знаете. И это, конечно же, справедливо в отношении вечных истин всемогущего Бога. И мы уделим время, особенно на собраниях на этой неделе, мы узнаем кое-что о вере, что, как мы считали, мы знали. Чему, как мы считали, мы уже научились, слава Богу. Мы живем в другое время, мы живем в другом временном промежутке, в котором не жило никакое другое поколение в истории этой планеты. Ни один пророк, включая Иисуса, не сталкивался с тем временным периодом, с которым мы с вами сталкиваемся сейчас. Мы подходим к тому моменту времени, впервые в человеческой истории, когда Сатана будет изолирован от контакта с людьми. И мы живем сейчас в тот интервал времени, когда мы с вами увидим это. Мы с вами являемся тем поколением, которое увидит, как последний враг, смерть, будет повержена под наши ноги. Господь, мы просто прославляем Тебя. Еще раз благодарим Тебя сегодня за Твое присутствие. Господь, мы почитаем Тебя, прославляем Тебя и поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя, потому что без Тебя мы не можем делать ничего. Но благодарение Богу мы не без Тебя. И поэтому мы все можем. Мы все можем в укрепляющем нас помазанном и Его помазании. И приступая сегодня к Твоему Слову, мы приступаем к Нему в вере. Мы приступаем к Нему в почтении. Мы приступаем к Нему в уважении и благоговении перед Всемогущим Богом. Богом неба и земли. И в то же самое время мы приступаем к нему с чувством принадлежности. Мы не отчуждены от общества израильского. Мы не чужды заветов обетования. Но мы во Христе Иисусе. Мы в помазанном. Мы в Его помазании и Его помазание в нас. И мы благодарим Тебя, и мы отдаем себя в Твои руки, Дух Святой, чтобы Ты учил нас, Ты вел нас, Ты укреплял нас, и мы прославляем Тебя и воздаем Тебе благодарение, Господь Иисус, за все это. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Вы можете садиться. Аллилуйя. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Божий план для нашей победы в том, чтобы мы были сделаны целостными и оставались целостными. Я хочу кое о чем вам напомнить. Откройте первое послание Иоанна, пятую главу. Первое Иоанна 5. Фактически, давайте прочитаем это. «Всякий». «Всякий». Это вы? «Всякий верующий», что Иисус есть помазанный, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит рожденного от него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Если всякий верующий, что Иисус есть помазанный, рожден от Бога, и всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, тогда всякий верующий, что Иисус есть Сын живого Бога, помазанный, как сказал Петр, является победителем мира. Кто побеждает мир? Как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий, и сия есть победа. Скажите это. Сия есть победа. И сия есть победа. Победивший мир. Вера наша. Вера наша. Апостол Иоанн не сказал моя вера. Он сказал Наша вера. Наша вера. Петр сказал, принявшим с нами равно драгоценную веру. И затем мы видим в 12 главе послания к евреям, что Иисус является начальником или автором нашей веры. Так что наша вера приходит от Бога. Я хотел сейчас немного поговорить здесь с вами о некоторых вещах, прежде чем мы приступим к нашему сегодняшнему библейскому уроку. Поскольку есть некоторые моменты, которые должны быть утверждены и оговорены, и мы должны правильно мыслить в отношении некоторых вещей. Особенно, если вы не очень давно в этом ходите. Это порождает некоторые вопросы. И есть вопросы, которые должны быть заданы, и на которые должны быть даны ответы. Позвольте мне дать вам основы некоторых духовных законов, поскольку, как я уже сказал, есть некоторые моменты, которые должны быть утверждены и оговорены. И затем мы пойдем дальше. Первое ⁇ это то, что Иисус в своем служении, и мы рассмотрим это сегодня в Слове Божьем, но я хочу сейчас здесь отметить это. Иисус в своем служении никому не навязывал ни исцеления, ни освобождения, ни что еще. Это неправильное понимание. Это религиозное представление о его чудотворном служении. И с таким представлением вы не будете успешными в духовном плане в жизни. В конечном итоге вы придете к духовному банкротству. У вас ничего не останется. И вы будете пытаться заставить Бога что-то вам навязать. Даже на самых начальных стадиях человек должен принимать от Бога. Если бы Он мог заставить вас принять или просто навязать вам что-то, если бы Он мог заставить каждого принять спасение, уже бы на следующее утро, Наступило тысячелетнее царство, и на этом бы все закончилось. Но Бог никому не навязывает спасение. Скажу вам вот что. Ему придется уважать ваше право пойти в ад. Иисус купил и заплатил цену за это право. Ваша воля не будет нарушена. Помните, в послании к римляну говорится, вера так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. И позвольте мне перевести это для вас должным образом. Кто взойдет на небо и заставит это помазание сойти вниз? Или кто сойдет в бездну, чтобы заставить его снова воскреснуть из мертвых? Там написано, что вера такого не говорит. Вера так не говорит. Но что говорит вера? Написано, что вера говорит ⁇ Близко к тебе Слово Божье ⁇ в устах твоих и в сердце твоем Слово веры, которое мы проповедуем. Как многие люди, особенно с писятническим прошлым, начинают говорить ⁇ О, если бы я только мог почувствовать Его руку на моем горячем лбе ⁇,⁇ О, если бы я только мог отправиться в Иерусалим и пройти по следам Иисуса ⁇ Это хорошо и замечательно, но в Иерусалиме вы можете исцелиться не быстрее, чем здесь. И если это то, на что вы полагаетесь, вы потратите кучу денег на то, чтобы поехать на другой конец света для того, чтобы получить что-то, что вы могли получить прямо в своей спальне. Да. Аминь. О, если бы я только смог увидеть ангела! Я знаю, моя вера смогла бы быть достаточно сильной так, чтобы я смог ухватиться за свое исцеление. Нет, не смогла бы. Вера не приходит от видения ангела. Где тогда служение? Давайте возьмем для примера известное служение. Давайте возьмем, например, такое служение, в котором движется наш брат Бенихин. Возьмем его служение. Люди приходят на эти собрания, и, имея совсем немного веры, принимают чудодейственные проявления силы Божьей. То же самое происходило в служении Кэтрин Кульман. Мы с Глорией несколько раз были на ее служениях, и когда я впервые попал на одно из ее служений, я был несколько просто ошеломлен. Я подумал, я никогда такого еще не видел, на одном из служений, на котором мы были, там был один человек, он был немного пьян и находился снаружи. Был пьяным. И пока шло служение, он сказал, что-то схватило меня. И его слух был исцелен. У него открылись уши. Он был немного пьян. Он не знал, что там происходило. Ну, я не понимаю, почему Бог исцелил того пьяного и не исцелил меня. Я знаю, что вы не понимаете. Но ваше причитание и плач ничего не изменит. И вам незачем злиться на того пьяного. Он тоже этого не делал. Навязал ли Бог ему это исцеление? Нет. Нет помазание и слава Божья наполнили то здание. Почему? Бог входит в естественную сферу естественных людей со своей славой и со своей силой. И я сказал, «Господь, я хочу знать о служении этой женщины». Я не понимаю. Есть люди, которые приходят туда у которых, на мой взгляд, нет ни грамма веры, чтобы принимать от Бога. И Господь сказал, «Разве ты не рад, что у меня есть путь для того, чтобы духовные младенцы могли входить в мое царство?» Кэтрин Кульман является моим служителем яслей. Это же можно сказать и о служении Беннихина. Но вам нужно понять следующее. Бог дал это служение или мое служение, или служение Орла Робертса, или служение Канета Хейгена, или служение Джесси Дюплантиса, или служение кого-то еще, не для того, чтобы вы жили на основании его. Бог дал свое слово, чтобы вы жили на основании его. Есть определенные вещи, которые приготовлены впереди нас, которым нам нужно простираться и понимать. Где мы сейчас? И устремляться за этим. Самое лучшее, что есть у Бога, это ходить в благословениях Божьих. Ходить в вере Божьей на величайшем уровне веры. Иисус сказал, величайший уровень веры. Я во всем Израиле не нашел такой веры. Это тогда, когда сотник сказал ему, «Тебе не нужно приходить в мой дом, скажи только слово, и мой слуга будет исцелен». Иисус сказал, «Это величайший уровень веры». И именно такого уровня веры мы хотим достигать, не так ли? Итак, о чем мы говорим? Мы не говорим здесь о божественном исцелении. Мы говорим о божественном здоровье. Мы говорим о том, что постоянно жить здоровыми. Отражать немощи и болезни еще до того, как у них даже будет возможность прийти на вас. Особенно в наши с вами дни. Мы живем в такое время, когда мы настолько ориентированы на немощи и болезни, что мы обращаемся к врачам даже тогда, когда они нам не нужны. Нам нужно, чтобы врачи говорили нам, как нам питаться. И некоторые врачи сами не знают, как питаться, и вы это знаете. Аминь. И что нам нужно здесь понять? Кто-то сказал мне, брат Копланд, если я постоянно буду оставаться исцеленной, как я тогда вообще умру? Она уже беспокоилась о том, как она умрет, Ей не хочется этого упустить. Некоторые люди будут беспокоиться о том, что им не о чем беспокоиться. Понимаете? Ну, вы можете об этом не беспокоиться. Все, что вам нужно сделать, это выйти на улицу и постоять там достаточно долго, и кто-нибудь вас укусит. Понимаете, это глупость. Самое лучшее, что есть для вас у Бога, это чтобы вы ходили в божественном здоровье. Понимаете? Что лучше? Получать чудо каждый раз, когда подходит срок платить за квартиру? Или же просто продолжать сеять, давать? Да, получайте чудо, когда подходит срок оплаты. Да, но направьте свои устремления на большее, нацельтесь на большее. Я устремляюсь к этому. Слава Богу. Я просто буду продолжать устремляться и продолжать двигаться вперед. Слава Богу. И в один день на моем банковском счете будет достаточно денег, чтобы заранее произвести все эти оплаты. Хвала Господу. Аллилуйя. Понимаете, это самое лучшее, что есть у Бога. Ходить в благословении Божьем, а не просто в чудесах Божьих. Я сказал все это для того, чтобы вы увидели здесь следующее. И пока вы действительно этого не поймете, Бог находится в таком положении, когда такого рода проявления, которые Он хочет совершать, по-прежнему не будут доступны. И это то, что действительно должно быть понято. Спасибо тебе, Господь. Помните, когда ученики пришли и рассказали Фоме, что они видели Иисуса, что Он воскрес из мертвых? И Фома принял сразу же тогда решение. Он что-то решил. Он решил, и он сказал, «Я не поверю этому, пока не увижу и не потрогаю, пока не увижу раны на его руках, пока не вложу свой палец в его раны, на руках и на ребрах». Итак, послушайте, «Я не...» Скажите, «Не». «Я не...» Поверю. Мы могли бы проанализировать это следующим образом. Это то, что его душа услышала его говорящим. Именно в вашей душе находится ваша воля. Именно в своей душе вы принимаете решение. Вы принимаете решение не верить. И ваш дух ничего не может с этим поделать. И то, что услышал его дух, то, что услышала в тот день его душа, он сказал, «Итак, я принял решение, и мне не важно, что я был в служении с вами последние три с половиной года. Мне не важно, что я знаю вас с самого детства». Я не собираюсь этому верить. Я принял свое решение. Я не собираюсь этому верить просто лишь потому, что вы так говорите. Если я не потрогаю это вот этой рукой и не увижу это вот этими глазами, я не поверю этому. И Иисус позже явился, подошел к нему и сказал, «Фома, Послушайте сейчас. Видите? Иисус ответил ему. Но послушайте, что он должен был для этого сделать. Он сказал, Фома, дай сюда руку. И знаете, в своем разуме я вижу, как Иисус берет руку Фомы. Не могу себе представить, что Фома хотел его потрогать он видел как его всего несколько дней назад похоронили естественному человеку не хочется трогать что-то что является мертвым вы когда-нибудь замечали какими вежливыми и учтивыми становятся люди по отношению к покойнику еще две недели назад они обзывали его всякими отвратительными словами пока он был жив но вдруг о, -о, -о они хотят быть очень вежливыми и учтивыми Поэтому я не особо уверен, что Фома так уж хотел вложить свой палец в раны Иисуса, на руках или ребрах, как он заявлял об этом несколько дней назад. И поэтому я представляю, что Иисус взял его руку и сказал, «Дай сюда руку», и вложил ее в свои ребра. И вам нужно понимать, что в прославленном теле нет никакой крови. По его венам течет что-то другое, но не кровь. По его венам течет слава Божья. Это прославленное тело. Есть кости и плоть. Вы можете смотреть на него. И если вы смотрите на него естественными глазами, и в тот момент слава Божья не проявляется в нем, никто не заметит никакой разницы. Но Иисус поднял свою руку. В его руке была сквозная круглая рана. Где-то такого размера. Если он что-то ей брал, оно не проваливало сквозь эту рану, поскольку у него есть духовная власть над материальным. Духовная власть над материальным. Аллилуйя. Но он может поднять вот так вот свою руку, и вы сможете видеть дневной свет сквозь эту рану. Вы сможете видеть дневной свет сквозь раны на его ногах. У него есть сквозная рана сбоку. Фома вложил туда свою руку и сказал, «О, Господь мой и Бог мой!» И когда он прокричал «Господь мой, Бог мой», в этом не было ни грамма веры, потому что, понимаете, он удовлетворил требования своей плоти своим разумом. И что сказал Иисус? Он сказал, Фома, перестань быть неверующим тем, у кого нет веры. И вы помните, что без веры угодить Богу невозможно. Почему? Потому что вера — это осуществление. Если вам нужно что-то, вера является осуществлением этого. Вера является осуществлением той еды, которую вам нужно есть. Вера является осуществлением той одежды, которую вам нужно носить. Вера является осуществлением. И вера является этим сверхъестественным соединением с помазанием Божьим, которое не только снимает бремена и уничтожает вермо, но там есть ум Христов. Доступно помазание, которое пребывало и пребывает на разуме Иисуса чтобы мы могли думать, как думает Бог, выходя за рамки наших естественных умственных способностей, выходя туда, где находится Бог, и в полной мере понимая это место, где мы живем, и могли брать власть над этим и решать эти проблемы, которые порождают эти бремена и ермо. Именно поэтому это не угождает Богу, когда нет никакой веры, поскольку Он уже обеспечил все осуществление всего необходимого для того, чтобы жить в этой жизни успешно над тем проклятием, которое пришло сюда со грехом. Начнем с того, что это не было Божьим планом, чтобы вы должны были жить под такого рода давлением. Бог сотворил Адаму для жизни не город, Он сотворил для него сад. Аллилуйя. Он планировал, что они, кто-то сказал, ну Адам только и занимался тем, что выпалывал сорняки. Там не было никаких сорняков, глупец. Простите меня за то, что назвал вас глупцом, плотской вы человек. Знаете, что означает плотской? Подчиненный плоти, не так ли? И именно поэтому Библия говорит, что помышления плотские – суть смерть. Иметь плотские помышления – это значит думать только об этом мясе, плоти, крови и костях. Вы не можете подняться выше этого, поэтому нужды плотского тела начнут предъявлять вам требования и управлять вашей жизнью. Для того, чтобы вырваться из этого, чтобы начать иметь духовные помышления, вам придется обратиться к Слову Божьему для того, чтобы взять власть над этой плотью. Аминь. И я сказал все это потому, что хочу подвести вас к следующему. Первоочередным желанием, Желанием номер один каждого командира. Каждого хорошего командира является защита людей, находящихся у него в подчинении. И величайшее желание любого хорошего командира в свете этого – это проследить за тем, чтобы каждый человек, находящийся у него в подчинении, от высшего ранга до низшего, был достаточно хорошо обучен, чтобы в любое время принять на себя командование, если это понадобится во время войны. Поскольку если все могут быть хорошо обучены, но не знать, как принять командование, из-за этого может погибнуть все подразделение. Если что-то случится с первыми тремя чинами этого подразделения. Аминь. Если они потеряют командира и первых двух его заместителей, и больше никто не будет знать, что делать, все подразделение может быть уничтожено. И это является желанием Иисуса, чтобы каждый в теле Христовом знал, как жить верой, ходить верой и нести слово веры на улицу, на работу, везде. Так, чтобы каждый в церкви мог подняться в любой момент, когда он понадобится пастору, и встать за кафедру, идти и свидетельствовать, идти и помочь кому-то принять исцеление. Слава Богу! Вам не нужно идти искать Орла Робертса. Вам не нужно идти искать Бенни Хина. Благодарение Богу за тех, кто знает, как с этого неплохо начинать. Но Бог не планировал, чтобы вы жили за счет собраний Бенехина, или этих конференций, или чего-то еще. Он планировал, чтобы вы жили за счет Его Слова каждый день. Постоянно. Господь, мы просто прославляем Тебя. И еще раз благодарим Тебя сегодня за Твое присутствие. Господь, мы почитаем Тебя, прославляем Тебя и поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя, потому что без Тебя мы не можем делать ничего. Но благодарение Богу, мы не без Тебя. И поэтому мы все можем. Мы все можем в укрепляющем нас помазанном и его помазании. Мы не отчуждены от общества израильского. Мы не чужды заветов обетования. Но мы во Христе Иисусе. Мы в помазанном. Мы в Его помазании. И Его помазание в нас. И мы благодарим Тебя. И мы отдаем себя в Твои руки, Дух Святой. Чтобы Ты учил нас. Ты вел нас. Ты укреплял нас. И мы прославляем Тебя и воздаем Тебе благодарение. Господь Иисус, за все это. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Вы можете садиться. Аллилуйя. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Итак, как я прихожу к этому? Как я получаю эту веру? Это осуществление веры, которое приходит от Слова Божьего. Я вкладываю внутрь себя Слово Божье. И как я извлекаю это наружу и привожу в действие? И когда вы только начинаете это делать, вы иногда находитесь в некотором замешательстве, поскольку вы не совсем уверены, верю я в это или нет. Что со мной здесь происходит? Раньше я руководствовался тем, что я чувствовал, но я увидел, что это лишь будет лгать мне. Скажите это, я не движим тем, что я чувствую. Я не движим тем, что я вижу. Я движим тем, во что я верю. Во что вы верите? Я верю Слову Божьему. Понимаете? Помните, о чем говорил на прошлом собрании Крифла Доллар? Все находится в Слове. Вы знали, что вы не можете пить воду, не намокнув при этом? Почему? Потому что влага приходит с водой. Вы не можете принимать Слово Божье, не получая при этом веру. Потому что в нем есть вера. Божья вера находится в Его Слове. Слова являются духовными контейнерами. Слова могут нести в себе страх, не так ли? Могут ли слова нести в себе ненависть? Определенно, возможно, сильнее, чем что-либо другое. Они же могут нести в себе веру, они же могут нести в себе любовь, слова несут в себе любовь. Именно поэтому недостаточно, когда ваша жена спрашивает у вас, ты любишь меня, просто отвечать. О, ты же знаешь, что да. И она говорит, ты никогда этого не говоришь. А что, мне нужно это говорить? Да, глупец. Вы должны это говорить. Почему? Потому что именно в словах вы выносите эту любовь изнутри себя наружу. Аллилуйя. Задумайтесь об этом на минуту. Бог вложил внутрь вас. И Джерри Савейл говорил об этом одним образом, Крефло Доллар говорил об этом другим образом, а Глория третьим. И на прошлом служении Крефла несколько коснулся этого, и это единственный способ, как я могу выразить это словами. У вас есть духовные органы. У вас есть духовные. Простите меня, внутренности. Точно так же, как у вас есть физические органы. У вас есть определенные физические органы, которые, когда Бог сотворил человека, и вы были приведены в этот мир, по такому же образцу, я имею в виду, что внутри вас есть определенные органы, которые делают определенные вещи, к чему вы в действительности не имеете никакого отношения. Да, вы возьмете за дело. Если один из них не будет работать так, как он должен работать, но вы не особо имеете отношение к тому, как они работают. Они помещены туда, чтобы делать определенные вещи. Ваши легкие выполняют определенную работу, ваш желудок выполняет определенную работу, и все различные органы делают определенные вещи. У вас есть духовные органы, чтобы иметь дело с духовными силами. Ну, я этого просто не понимаю, брат Копланд. Позвольте мне напомнить вам о следующем. Сейчас небеса населены людьми, которые живут, имеют жизнь. И вы будете шокированы, когда узнаете, насколько небеса и земля похожи. Они были совершенно похожи, пока дьявол не влез сюда и не испортил многое. Но основополагающие принципы по-прежнему от Бога. Бог сотворил их и ими управляют именно законы Божьи. И есть люди, которые имеют жизнь, и небеса — это реальное место. И что меня веселит, возьмите какого-нибудь ученого, который ищет чужестранца, пришельца из космоса, который прилетел сюда на своем космическом корабле и зародил все это на Земле. Он по-прежнему ищет там какую-то жизнь. Конечно же, там есть жизнь. Я знаю Его лично. Интересно то, что посланник Ефесянам 2.12 скажет вам, что без Христа вы отчуждены, вы чужестранец, вы отчуждены от общества израильского и чужды заветов обетования. Тот, кто не знает Иисуса, по-прежнему смотрит на Бога, как на чужестранца. Да, у него есть космический корабль, он летает со скоростью света, и быстрее. Он в Слове Божьем. Брат Копланд, вы говорите о Боге так, как если бы он был космонавтом. Если и был космонавт, Бог создал это. Однажды кто-то спросил Уоррела Робертса, «Верите ли вы, что на других планетах есть жизнь?» И брат Урал ответил, «Я не знаю, но если там кто-то есть, им нужен Искупитель, которым является Иисус». Эти люди стояли там и несколько Как этот духовный человек? Понимаете? Есть люди, которые живут на небесах, у которых там есть жизнь. А они люди. Брат Копланд, вы верите, что мы узнаем друг друга, когда попадем на небо? А по-вашему, мы узнаем друг друга, если поедем в Хьюстон? Как насчет Лондона? По-вашему, мы узнали бы друг друга, если были в Лондоне? Если вы знаете меня сейчас, вы будете знать меня и потом. Если вы не знаете меня сейчас, тогда нам придется там с вами познакомиться. Да, люди это люди. Вы не превратитесь во что-то другое. Вы люди. Аминь? Нет, вы не превратитесь в какого-то ангела. Ангел это совершенно другой класс творения, совершенно другой духовный класс. Есть много вещей, которые люди узнают о духовных существах о которых я сейчас не буду говорить. Хотелось бы мне о них поговорить, чтобы увидеть, как у некоторых из вас откроется рот и округлятся глаза. Но после этого я получу столько отвратительных писем. Нет, я не буду вам этого говорить. Поэтому замолчите. Разве что только я знаю человека, у которого, по его мнению, была рожденная свыше собака. Поэтому, когда вы придете на небо, вы увидите там большую собаку породы Коли из Гастона, штат Алабама. Аминь. Но я хотел показать вам и донести до вас то, что небеса это не какое-то странное место. Они принадлежат Богу. Он там живет. И Он сотворил землю. Земля была проектом, пришедшим с небес. Они похожи. Они во всем похожи. И люди, которые счастливы там, могут быть счастливы здесь без дьявола. И у этих людей нет их тел. Они снова получат свои тела, но пока у них их нет. Но они не парят в воздухе. Если они хотят пройти из одного конца комнаты в другой, они идут так, как ходили здесь, если только они не спешат. Нет, раз небеса находятся в духовном мире, и они функционируют там, это не значит, что они являются каким-то странным местом. Если вы собираетесь пройти из одного конца комнаты в другой, вы идете по комнате там, точно так же, как вы идете по ней здесь. Вы меня слушаете? Итак, как я обращаюсь к духовному человеку? Есть путь номер один, как это делать. Я должен принять решение с помощью своей воли, что я буду верить чему-то, чему это плотское тело из крови и костей не может верить. Это тело не может верить тому, чего оно не может видеть или чего оно не может почувствовать. Или, по крайней мере, в отношении чего оно не получило какого-то естественного обучения. Есть люди, которые видят, как самолеты летают, но они не верят, что они будут летать, если они будут на борту этих самолетов. Понимаете, в этом нет никакой логики, но в то же самое время здесь все контролирует тело. И это является следствием неправильной информации, страха и того, что этот человек поступал на основании страха. Поэтому Бог дал мне что-то, с помощью чего я могу подняться над этим плотским телом и тем, чему оно может верить, и с чем оно может контактировать, и обратиться к тому, где находится все то, в чем нуждается это тело. Это есть во мне. Это есть в вас. У вас есть эта способность верить. У вашего духовного человека есть необходимые органы, чтобы это делать. У вашего тела есть органы, чтобы переваривать пищу. Как только вы кладете ее в рот, оно сразу же начинает ее переваривать еще до того, как вы успеваете ее проглотить. Ваше тело уже готовится к тому, чтобы разобраться с этой пищей. И когда все органы работают и функционируют должным образом, оно расщепляет ее, проводит ее химический анализ, подсчитывает калории и делает с ней то, что оно должно делать. Направляет это туда, а это туда, а это туда, а это сюда. Мозг получает углеводы, нервная система получает углеводы, мышцы получает белок и так далее. Идет весь этот процесс, и вы даже этого не знаете. Вы узнаете об этом только в том случае, когда начинается какой-то сбой. Итак, это тело все это делает. Почему? Потому что в нем есть весь этот механизм, и в нем есть соответствующая программа. Вы запрограммированы это делать. И в вас есть духовная программа. И для того, чтобы обратиться к ней, вы должны принять решение. Скажите сейчас, решение. Мы вернулись к воле Фомы, не так ли? Вы принимаете решение. Я буду верить Слову Божьему. Ваш дух встает по стойке смирно и говорит, «Хорошо, он принял решение верить Слову Божьему. Вперед!» Ранами его вы исцелились, и ваш дух простирается туда. И когда вера простирается туда, возможно, вы пока еще этого не знаете, поскольку она лишь слегка простерлась туда. Но вы продолжаете это делать, продолжаете простираться и продолжаете простираться. Позвольте привести вам следующую иллюстрацию. Допустим, передо мной стоит 200-литровая емкость. И я решил наполнить ее. Когда я беру мой маленький кувшин с водой и выливаю его в эту 200-литровую емкость, я начинаю наполнять этот бак. И только одному мне известно, как много еще пройдет времени, Потому что я выливаю туда кувшин за кувшином, кувшин за кувшином. Но в один день вода в этом баке начнет переливаться через край. И тогда я буду продолжать лить, чтобы она продолжала переливаться через край. Я не позволю этому потоку снова пересохнуть. И именно в этот период, с того момента, как первая капля упала на дно этого бака, и до того момента, как он наполнился, дьявол приходит и говорит, говорит, это не работает. Никакая вода в этот бак не заливается. Но он лжет, в бак заливается вода. Но я пока еще не могу этого сказать. Я пока еще не могу этого сказать, но я встаю на Слово Божие. Вот опять Слово Божие говорит, что вера приходит. Поэтому я не буду верить тому, что он говорит, то есть дьявол. Я буду верить, что вера приходит. Я верю, что вера приходит. Я верю, что вера приходит. Вера там, и вера приходит. Я верю, что вера поднимается. Слово «поднимается» мне нравится больше, чем слово «приходит». Поскольку так оно звучит, словно вера где-то там далеко, но это неправда. Истощенный человек начинает есть пищу, и сила приходит. Сила приходит. Сила поднимается, разве не так? После первого куска, который он положит себе в рот, он и близко не станет таким сильным, каким он станет после того, как будет есть 4-5 дней, чтобы восстановить свои силы. Но для этого ему нужно съесть первый кусок. Почему? Потому что вера приходит, вера приходит, вера приходит. Итак, я применяю свою веру в тот факт, что вера приходит. Вы по-прежнему должны принимать решения, но каждый раз, когда вы это делаете, ваша душа должна обращаться к вашему духу, чтобы ухватиться за способность верить чему-то, чего ваше тело не может увидеть или почувствовать. И это там, и ваша душа знает, что это там, и ваш дух знает, что это там, и Бог знает, что это там, и дьявол знает, что это там. И вы просто держитесь этого, и держитесь этого, держитесь этого и держитесь этого. Нацеливайтесь на максимальное, что вы можете, и не разочаровывайтесь, когда получаете что-то меньшее. Просто продолжайте двигаться вперед, продолжайте подниматься, продолжайте устремляться за этим снова, снова и снова. Откройте послание к Галатам. Послание к Галатам. Мы посмотрим на кое-что в четвертой главе, а также в пятой главе. Девятый стих четвертой главы. «Ныне же, познавший Бога, или лучше, получивший познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?» Это глубоко огорчает миссионера, когда он учит людей тому, как жить и ходить веры. А они, когда дьявол оказывает на них давление, снова обращаются к колдуну, чтобы попытаться исцелиться. То же самое можно сказать и о верующих, когда кто-то на такого рода собраниях или еще где-то начинает учить вас, как подняться и ходить веры. Но потом, когда приходит давление, вы сгибаетесь, падаете, начинаете плакать, умолять и причитать. Возвращайтесь к бедным вещественным началам религиозных традиций. Не делайте этого. А для этого вам иногда придется быть несколько жесткими самими собой. Я не сказал, что это легко. Если бы это было легко, все бы это делали. Но это выполнимо, потому что у нас есть Дух Святой. Он восполняет недостающие. Посмотрите пятую главу. Первый стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам помазанный и его помазание, и не подвергайтесь опять игу рабства. Не впрягайтесь в это ирмо. Именно помазание уничтожает ирмо и снимает бремена. Не подвергайтесь снова этому. О, Боже, я просто не понимаю, почему это для меня в этот раз не работает. Я просто не понимаю. О, я просто... В какой-то момент вам придется одернуть самих себя и сказать себе замолчать. Если у вас есть пастор, который действительно любит вас, чтобы иногда разговаривать с вами достаточно жестко, скажу вам, он лучший друг, который у вас есть. Этот пастор ухватится за вас. Особенно, могу я говорить об этом прямо? Я обращаюсь в этом достаточно долго. И я видел некоторые пагубные вещи. и одна из наиболее пагубных вещей, которые я когда-либо видел, это люди, которые являются религиозными мошенниками, и вера которых является фальшивой. «О, да, брат Копланд, знаете, я верю Богу, да, аминь». Да, аминь. И они хитрым образом вкрадываются в вашу молитвенную группу или еще куда-то и подталкивают вас собрать пожертвования на житейские расходы, пользуясь этой фальшивой верой. И большинство из них думает, что другие люди этого не знают. И практически все остальные верующие это знают. Но большинство из них слишком робкие чтобы что-либо сказать им на этот счет. Скажу вам, самый лучший друг, который когда-либо у вас был. И некоторые люди скатываются в это в действительности, даже сами того не осознавая. Некоторые люди жили таким образом еще даже до того, как приняли спасение. И они просто привыкли лгать. Вы можете пристраститься к вранью. И если это уже пагубная привычка, вам нужно из этого выбираться. Но я хочу вам кое-что сказать. То же самое и Евангелие от Марка 11:23. Истина, как когда вы говорите людям, что вы больны, чтобы вызвать у них сочувствие, так и тогда, когда вы говорите, что вы исцелены, для того, чтобы выздороветь, и вы продолжаете стоять на нем достаточно долго. И то, что вы говорите, проявится в вашей плоти. Как-то раз два проповедника со своими женами поехали на одно из собраний Уильяма Бренхема. Это было в начале 50-х годов. Они сели там и сказали, в этом ничего нет, поэтому давайте сделаем вот что. Мы заполним одну из этих молитвенных карточек и впишем туда разные заболевания. Они вписали туда артрит и еще несколько достаточно серьезных болезней. И один из них сказал, когда я поднимусь для молитвы на сцену, он прочитает все это. Он же должен быть великим пророком. Он не будет этого знать, потому что никакой он не пророк. И тогда я разоблачу его и скажу ему, что у меня нет ни одной из этих болезней, и я просто разоблачу его перед всеми. И накануне вечером они были в ресторане, они заполнили там эту молитвенную карточку, и на собрании один из них вышел с ней вперед, чтобы за него помолились. Брат Бренхам прочитал его карточку и начал служить ему. И он сказал, «Не знаю, исцелились ли вы, пока вы выходили сюда, или как я думаю, мы просто должны прославить Бога. Я считаю, что у вас все в порядке. И тот человек возразил, нет, 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 нет. И перечислил некоторые заболевания, указанные на той карточке. Брат Бренхам сказал, как я уже сказал, я не знаю, исцелил ли вас Бог, пока вы выходили сюда, или как, но я верю, что у вас все в порядке. Тот возразил, нет. Тогда брат Бренхам сказал, подождите-ка минутку. «Я вижу вас». И он назвал его деноминацию, которая известна тем, что она ни во что не верит. Всемирно известны своими нападками на все хорошее, что когда-либо было. Брат Бранхам сказал, «Я вижу, как вы и еще один брат, и обе ваши жены сидите в ресторане за столом с зеленой скатертью». И он описал свет, сказал, в какое время это было. И он продолжил, вы сговорились против Духа Святого и написали в этой карточке все эти болезни. Что ж, я публично вам объявляю. Теперь у вас есть все эти болезни, которые вы вписали в эту карточку. Говорю вам, у этого есть и обратная сторона. И большинство из нас не особо много об этом говорят. Потому что мы тянем вас к цели, к почести Вышнего звания. Я хочу, чтобы вы устремились к этому. Слава Богу. Но я также хочу, чтобы вы знали, нельзя с этим играть. Вы с этим не играете. Вы не вовлекаете обманом людей в восполнение ваших нужд. Вы этого не делаете. Вы не шутите с вещами Божьими таким образом. Нет, нет. Не Бог будет это делать. Но дьявол ищет возможности убить вас. Именно это он и делает, понимаете? Он убийца. Если каким-то образом он может исказить работу Божью и Слово Божье в вашей жизни, он это сделает. Я знаю ситуации, когда мне приходилось это делать. Я знаю ситуации когда пасторам приходилось это делать, приходилось просто подходить к кому-то и говорить, послушайте, я скажу вам прямо, вам придется вернуться к вещам Божьим и исправиться, потому что вы ходите по опасной территории. И вся церковь оказывается в таком положении, когда они больше уже не могут вам помочь. Это печальная ситуация. Но скажу вам следующее. Я также видел, как некоторые, не все, но некоторые из них говорили, Боже мой, Боже мой, что я делал? Это пробуждало их, отдергивало их, и они поднимались и становились сильными людьми в Господе. Как-то раз на одном из наших утренних собраний была одна женщина, и Бог повел меня, о, мне не хотелось говорить ей то, что я должен был сказать, но дьявол разрушал ее жизнь, поэтому я ей это сказал, и она набросилась на меня. Ее мужу пришлось схватить ее, чтобы не дать ей выцарапать мне глаза. Ей очень хотелось добраться до меня. И как говорит Джесси Дюплантис, она выставила свои клыки и устремила за мной. Ее муж оттащил ее от меня и сказал, «Он прав, и ты это знаешь, поэтому замолчи». Он, борясь с ней, вытащил ее из зала, ей очень хотелось добраться до меня. Когда она вернулась на вечернее собрание, я мог видеть это по ее глазам. Она получила освобождение в тот день. Она вернулась и сказала, Брат Копланд, боже мой, я не понимаю. Я знаю, что это было, но я не понимаю, как я могла быть настолько слепой. Но благодарение Богу, то, что вы сказали на утреннем служении, пробудило меня и вытащило меня из этой неразберихи. Так что я теперь могу быть женой для моего мужа и матерью для моих остальных детей. И я больше не отдам ни одного моего ребенка дьяволу. Вот в чем была вся суть. Понимаете? Что ж, благодарение Богу за это. Отец, мы приступаем сегодня к твоему слову с ожиданием. Мы приступаем к Нему в почтении. Мы почитаем Его. Это Слово живого Бога. Аллилуйя. Но в то же самое время мы приступаем к Нему с чувством принадлежности, где Ты дал нам Свое Слово. Ты дал нам Свое Имя. Ты дал нам Свою кровь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он отдал, он отдал, он отдал. И поэтому мы приступаем сегодня к Твоему Слову с ожиданием. Мы ожидаем быть освобожденными. Мы ожидаем чудеса. Мы ожидаем проявления силы Божьей. Мы ожидаем здравствовать и преуспевать, как преуспевает душа наша. И мы прославляем Тебя и благодарим Тебя за это. И мы воздаем Тебе всю хвалу, честь и славу. И мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Вы можете садиться. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Пожалуйста, откройте сегодня ваши Библии на Евангелие от Марка. Давайте сначала прочитаем в 10 главе один случай из служения Иисуса. Евангелие от Марка, 10 глава. Аллилуйя. Давайте начнем читать 17 стиха. «Когда выходил он в путь, Здесь идет речь об Иисусе и, конечно же, о Его учениках. Подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим?» Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его. И я бы добавил здесь, несмотря на все его богатство и все остальное. Он полюбил его. Аминь. Он полюбил его таким, каким он был точно так же, как Он возлюбил вас. И сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье. Итак, здесь не говорится о небесах. Оно в конечном счете к этому и приведет. Но Иисус говорил здесь не об этом. Он говорил здесь о том, как и что делает Бог. О том, как работает Царство Божье. Если вы собираетесь действовать так, как действует Бог, вам придется вложить упование и веру в Его Слово. Вам придется вложить упование и веру в помазание, потому что вот что снимает бремена и уничтожает ермо. Вот что все делает. И вы должны также иметь веру в семя. Если вы собираетесь оперировать в Царстве Божьим, вы не сможете этого делать, не имея веры в семя. Это очень простая мысль. Но она настолько глубокая, поскольку все Царство Божье работает на основании этого. Я немного забегаю здесь вперед. Итак, вера в семя. Не просто вера в Бога, но в действительности вера в само семя. Вера в этот принцип что вы сеете, пожинаете, затем снова сеете, и затем снова пожинаете, и затем сеете. Имея веру в то, что семя знает, что оно делает, и что почва, в которую оно посеяно, знает, что делать, если это хорошая почва. Это вера в семя. Аллилуйя. Вера всеми. Как я уже сказал, это просто. Но в то же самое время, это то, как действует Бог. И это трудно людям, которые научились тому, как иметь веру в деньги, веру в то, что они могут делать, веру в свое образование, веру в то, как и что они делают, им трудно поменять системы. Этот человек не мог этого сделать. Он не мог этого сделать. Это просто не будет работать. Я имею в виду, что Он просто не мог этого сделать. И Он отошел от самого лучшего предложения, которое ему когда-либо поступало. Вы меня слушаете? Давайте прочитаем дальше. Я хочу, чтобы вы увидели, что потом произошло. Иисус сказал, трудно. как трудно имеющим богатство войти в то, как и что делает Бог. Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Божьи пути, Божью жизнь». Божьи пути, Божье Слово, Божье помазание. Что-либо, что принадлежит Богу. В то, как и что Он делает. Если вы уже были научены надеяться на этот мир, на деньги, на богатство, на другие вещи, трудно поменять это. И Иисус сказал, «Удобнее или легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье». Они же чрезвычайно изумлялись. Здесь можно отметить один интересный момент. Это были его ученики. Они чрезвычайно изумлялись, и я хочу, чтобы вы заметили, что они сказали. Они спросили, кто же может тогда спастись? Это не похоже на слова бедных людей, не так ли? Они сказали, так у нас здесь возникла проблема. Я хорошо знаком с одним человеком, и его отец был очень-очень богат. И, конечно же, он был наследником своего отца, и теперь он очень-очень богат. И он сказал, что ему забросили это религиозное представление, что Бог не хотел иметь ничего общего с теми, у кого были какие-то деньги. Он сказал, я ничего не могу с этим поделать. Я ничего не могу с этим поделать. Я родился богатым. Я ничего не могу с этим поделать. Это действительно его беспокоило, поскольку через эти религиозные представления ему говорили, и некоторые указывали ему вот на эту историю, и говорили, вот видишь, видишь, Бог хотел, чтобы он избавился от всего, что у него было. Нет, Иисус сказал ему начать продавать с другими мотивами. Начни продавать для того, чтобы давать нищим, а не только давать самому себе. Это уже совершенно другое. Понимаете? Иисус сказал, «Я хочу, чтобы ты вернулся в бизнес, но вернись в бизнес со мной, а не просто, чтобы зарабатывать только для себя». Иисус сделал себя доступным для того человека, чтобы управлять для него его финансами. Я скажу вам еще кое-что. Я хочу, чтобы вы заметили, что Иисус сказал ему, «Приходи, последуй за мной». Единственными людьми, которым он сказал такие слова, были только эти ученики, которые стали апостолами. Я предложу вам такую версию. Вы можете отбросить ее, если хотите, или же можете поразмыслить над ней. Вы можете делать, что хотите, но я верю. И вы не можете меня в этом переубедить. Скажу вам, я настолько уверен, что этот человек был заменой Иуды. Он управлял деньгами, он был финансистом, он был бы хорошим казначеем. Этот человек соблюдал Слово Божье. Именно поэтому он был богат. Он соблюдал Слово Божье еще с раннего детства. Именно поэтому он преуспевал. Понимаете? Вы меня слушаете? Я верю, я верю в это. И скажу вам, что говорит нам история. История говорит, что это был Варнава. А кто начал в книге Деяний продавать свою землю? и приносить деньги апостолам. Варнава. Благодарение Богу. Хвала Господу. Помните, что случилось с Ананией и Сапфирой? Когда они тоже решили присоединиться к этому, продав свое имение. Вы меня слушаете? Хвала Господу. Благодарение Богу. Варнава не остался в стороне. Аминь. Он взял и сделал то, что Господь сказал ему сделать. Но он, конечно же, пропустил что-то более лучшее. Ведь он мог бы быть одним из этих апостолов. Но он закончил хорошо. Аминь. Любой человек, который отправляется на небеса, является более состоятельным, чем он был, каким бы ни был его ранг. Итак, заметьте, что они сказали. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили друг другу, кто же тогда может спастись? Иисус, возрев на них, говорит, человеком это невозможно. Но не Богу, ибо все возможно Богу. Боже мой, вы не можете спастись без Бога. Не важно, что у вас есть или чего у вас нет. Аминь. Не важно, богатый ли вы человек, бедный ли вы человек, нищий, вор. Если вы хотите спастись, вам придется сделать это с Богом. Аллилуйя. И для того, чтобы вставить это здесь, просто в целях изучения, я поделюсь этим с вами, и затем мы пойдем дальше. Поскольку это несколько второстепенный вопрос, но послушайте внимательно. В 24 стихе 4 главы книги Даниила Бог сказал Даниилу сказать на ухо Доносору, что исцеление за его проступок придет через подаяние бедным. Разве это не интересно? Божий пророк сказал на ухо Доносору, что исцеление за его проступок, там, где он уклонился в жизни, в сторону. Что этот человек, подойдя к Иисусу, спросил, «Как я могу наследовать вечную жизнь?» Иисус сказал тебе, «Не достает одного». Есть проступок, отклонение. Есть кое-что в твоей жизни, что нуждается в исправлении. Разве это не интересно, что Иисус дал ему то же самое задание, которое Бог дал на ухо Доносору, для того, чтобы избавиться от этого отклонения в своей жизни? «Давай бедным». Когда вы начинаете двигаться с Богом по направлению к даянию, когда вы начинаете давать ради кого-то другого, а не самих себя, говорю вам, с вами что-то происходит, когда вы начинаете осуществлять мечту кого-то другого. Что-то происходит. Это не обязательно должна быть какая-то огромная сумма денег. Просто что-то происходит в вашем сердце, когда кто-то смотрит на вас со слезами на глазах и говорит, я даже не знаю, кто вы, но спасибо. Слава Богу. Вы не знаете, что вы только что сделали для меня и моей семьи. С вами что-то происходит. Вы больше никогда, никогда не будете прежними. Больше никогда. И затем, когда вы начинаете делиться с кем-то, кто был в бедности, и вы начинаете видеть, как Слово Божие начинает работать в их жизни, и они начинают выбираться из этого болота и грязи, из зловония этой нищеты, когда они не имели достатка, и им не за что было купить еду, и они понятия не имели, кто они и что они, считая себя мусором, который этот мир сбросил в сточную канаву, чтобы убрать его со своей дороги. И вы видите, как они, благодаря Слову Божьему, начинают подниматься, присоединяются к церкви. И они начинают молиться, начинают применять законы Божьи, которые управляют избытком. И вскоре они уже дают, отдают десятину. И вот они уже подтягиваются к вам. Хвала Господу. И помогают вам помогать нищим. Скажу вам прямо сейчас. Вы говорите о том, что поможет вам разобраться с вашей неразберихой. Да, скажу вам. Это исцелит, изменит и исправит серьезные отклонения в вашей жизни. Это заставляет вас выпустить себя из своих рук. Этот человек беспокоился о том, как он может получить вечную жизнь. И Иисус сказал, я хочу задействовать тебя в том, чтобы нести вечную жизнь кому-то другому. Понимаете? Аминь. Я хотел забросить вам это, чтобы вы могли подумать об этом. Но мы пойдем здесь в несколько другом направлении. Заметьте, что сказал Иисус. 28 стих. И начал Петр говорить ему, вот, мы оставили все и последовали за тобой. Иисус сказал в ответ: Истинно. И когда Он добавляет слово истинно, я имею в виду, что все, что он говорил, было истинным. Но вы замечали, что иногда Иисус говорил, «Говорю вам сейчас истину». Вы можете просто рассчитывать на это. То, что он собирается сказать, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Именно поэтому ему приходилось говорить им, «Я говорю вам сейчас истину, ребята». Аминь. И когда он говорит «Истина», самое время еще больше выдвинуть свою антенну. И принять прямо там решение. Если он говорит истина, я собираюсь принять это. Потому что о чем бы он меня не предупреждал, это лучше, чем вы думаете. Итак, послушайте, что он сказал. Истина. Бесспорно. Вы можете в этом не сомневаться. Говорю вам. Нет никого. Ни одного человека. Никого. Никого. Хорошо? С этим вопрос решен? Ведь он мог бы сказать, только для вас 12, но он бы не начинал это со слова ⁇ истина ⁇ Именно поэтому он и сказал ⁇ истина ⁇ Он говорит, как только вы задумаетесь об этом, это, возможно, покажется вам слишком хорошим, чтобы быть правдой, но это не так. Это касается всех всех. Нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие. По-моему, в расширенном переводе Библии сказано, в этой жизни, в этой жизни, в это время, во сто крат более домов и братьев не получил бы ныне во время сие во сто крат более домов, братьев, сестер, матерей, детей, не жен. Это интересно, не так ли? Земель среди гонений. Итак, Иисус просто предупредил нас, что когда оно начинает умножаться, кому-то это не будет нравиться. Дьявол думает, что все эти деньги принадлежат ему. Единственная загвоздка в том, что у него нет документа, подтверждающего его право на них. У вора ни на что нет такого документа. Если бы он у него и был, он был бы поддельный. Аминь. Это была бы подделка, фальшивка. Аминь. Итак, о веке грядущем жизни вечной. И сегодня я хочу поговорить с вами о принципе стократного воздаяния. Иисус здесь конкретно указал Каждый, кто оставил что-то ради меня и Евангелия. Ради меня и Евангелия. И в большинстве случаев, не в 100% случаев, но в большинстве случаев это будет указывать на кого-то, как апостол Павел. Мы уже читали на одном из собраний Слово Божьего. Он перечислил целый перечень всего того, что он почел читой и от чего отказался ради Иисуса, ради Иисуса и Евангелия, не так ли? Поэтому он определенно подпадает под эту категорию, не так ли? Если бы этот принцип стократного воздаяния никогда не упоминался ни до этого, ни потом, тогда мы должны были бы просто оставить его в покое. И он был бы применим в большинстве случаев только к людям, находящимся в служении, к тем людям, которые отказались от определенных вещей. И, вероятно, совершенно не мог быть применим к пожертвованиям или к вашему даянию. Но Иисус Говорил об этом, увязывая это с человеком, дающим нищим. Не так ли? Он только что, я имею в виду, вот о чем он думал. Ясно, о чем он думал, когда тот человек развернулся и отошел. Потому что ученики не развернулись. И не ушли, даже несмотря на то, что они были изумлены, удивлены тем, что Иисус сказал. Они не развернулись и не ушли, хотя у них у всех были деньги. Они все были успешными деловыми людьми. Некоторые из них занимались рыболовным бизнесом и были в нем очень успешны. То, чем занимался Матфей, не очень-то нравилось другим, но он вовсе не был незнаком с бизнесом. Матфей был богатым человеком. Никому из них не нравился сборщик налогов, но у него были деньги. Разве это не удивительно, что Иисус выбрал такого человека? Но Иисус сказал это в ответ на то, что человек отказался от возможности дать нищим. Поэтому мы не можем не принимать этого внимания, не так ли? Нам придется изучить это, чтобы узнать об этом больше. Является ли это принципом, или же это единственный раз, когда Иисус завел об этом речь. Или же это что-то, что является частью Царства Божьего. Оно должно быть частью Царства Божьего. Потому что Иисус завел об этом речь и говорил о том, что и как делает Бог, когда это всплыло. Поэтому это вовлечено в то, как и что делает Бог. Это был не первый раз когда в Библии упоминалось стократное воздаяние. Потому что люди, жившие в завете Авраама, сеяли во время голода и пожинали стократный урожай. Поэтому давайте узнаем об этом немного больше. Давайте посмотрим, где мы в это вписываемся и отвечаем требованиям этого. Я думаю, что с годами мы пришли к тому, что стали настолько несерьезно подходить к сеянию семени и принятию стократного урожая, что мы недостаточно об этом говорили. И понимаете, я хочу знать механику этого. Аминь. Я не удовлетворен тем, что я просто сажусь на переднее сиденье, вставляя ключ зажигания, поворачиваю его и затем надеюсь на то, что все будет работать. Меня это не устраивает. Я хочу заглянуть под капот и увидеть, что заставляет это работать. Аминь. Если вы смотрите нас по телевизору или в записи, позвольте мне сказать вам следующее. Царство Божье заслуживает доверия. Вы можете доверять ему, независимо от того, можете ли вы это увидеть или почувствовать или нет. Даже когда вы этого не понимаете, вы можете доверять Богу. Вы можете доверять Ему во имя Иисуса. И благодаря крови Агонца, благодаря завету, который есть у нас с Богом, вы должны процветать. Вы должны быть здоровыми. Вы должны ходить в вещах Божьих в этот час и в это время. Позвольте Ему учить вас. Отдайте свою жизнь в руки Иисуса и сделайте это сейчас. Бог разработал путь того, как вы, я или любой другой человек на земле который захочет это сделать, может стать частью небесной и земной Божьей системы наград и благословений. Послушайте, я могу присоединиться к могущественным благословениям Божьим, пребывающим на Билли Грэме или на любом другом великом пророке и апостоле Божьем, помогая им делать то, что они делают. Аминь. Бог нелицеприятен. Аллилуйя. Вы можете стать частью того, что мы с Глорией и все сотрудники нашей миссии получаем в качестве Божьих благословений и Божьей награды, помогая нам делать эту работу. Все очень просто. Но как раз все, что делает Бог, является простым, реальным и эффективным. Отец, я молюсь за тех людей, которых ты призываешь, и которым ты говоришь сеять в это служение. И во имя Иисуса, я молюсь об их благословениях, и я молюсь об их небесной и земной награде за то, что они делают. Во имя Иисуса, чтобы помочь нам делать то, что делаем мы. Жертвую тебе, Господь Иисус. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Если Господь ведет вас это делать, молитесь об этом. И действительно верьте, что Бог ведет вас это делать. Если вы хотите заказать наши книги, вся необходимая информация сейчас на вашем экране. До встречи. А пока помните, что Иисус ⁇ Господь.